Я приехал в маленький городишко, который называется город Арль. Это Рон, это река Рон. Этот городишко считается столицей Камарга. Это регион Камарг на юге Франции. Приехал там просто проветриться. Видите, какой Рон широкий. Вот, фотографии на интернете. Два корабля стоит. Просто есть очень старые арены, амфитеатр, древнеримский амфитеатр, как в мире, только еще старее, еще больше, 80, построен в 80-х, 90-х годах, после рождения Иисуса Христа, то есть нашей эры. Сейчас попробуем его найти. До них не доехать, перегородили тут все эти тупики, блин. Такой вот старинный городишко, улочки вот такие узкие, подворотни. С арены посмотрим, с вами, да. Что здесь делать, какой-то мертвый. Редкие прогуливающиеся, такие же, как я. Какие-то руины, по пути встречаются старинные. Говорят, что арена вот рядышком здесь. Вот, кстати, появляется уже. Здесь бились гладиаторы, как в фильмах. Сегодня 29 декабря, рабочий день. Ну, естественно, все закрыто для посещения, потому что все напуганы ковидом в мире. Сейчас дотронусь до этого изваяния 2000-летней давности. Прочувствую всю античность этого строения. Энергию рабов, которые строили все это. Энергию гладиаторов, которые играли здесь. Можно было зайти когда-то, где все работало и было открыто. Вот вам городишко Арль. Такой старый. Сам похожий на руины, на рассыпающуюся какая-то арена. Написано, монумент закрыт 30 октября до следующего приказания.
Рон. Судоходная река.